И снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. Тут у нас были где-то варвары. Варвары. Вот они. Видите? И они хотят на меня напасть. Но я ведь им этого не позволю. Ну или позволю, но постараюсь защититься. Надо, короче, красного прикончить. О, да. Он, видите, спугнул нашего вора. Вор-воры. Ну почему оно не работает? А где красный? Ой, блин, и я вот эту вот штуку даже не завоевал. Теперь здесь. Здесь тоже нужно не забывать. Тут нам, значит, нужен вор, опять же. Который тут у нас все уворует. Следопыта, конечно же, чтобы быстрее бегал. Вору нужно и быстро бегать, и высоко прыгать. Так, красный, вон он там. Но этот красный не сильно, по-моему, опасный. Или опасный, не знаю. Красный он опасный или не опасный? Давайте вначале разведаем, насколько далеко он убежал. Смогу ли я его догнать? Имеет ли смысл это делать? Нет, не смогу я его догнать. Теперь, значит, ты бежишь сюда. Ой, тут зеленый. Ну как же вы меня задолбали, чтобы вы сдохли все. Угу, вот он, значит. Вот мы его и, в общем-то, закрыли здесь. Теперь он не сможет никуда сбежать. А здесь мы, короче, берем вот этих вот чуваков и постараемся как-то ими зарулить. Также нанимаем из пика гарпий. Немного гарпий. А, блин, зачем я этого нанял? Нужно было другого героя нанимать. Ну плевать, в общем, ужас какой-то. Жопораздирающей миссии тут. Куда ты побежал? Вот смотрите, что тут творится. Все захватывают. Так, ну, эти не очень меня впечатляют, поэтому я лучше здесь что-то замучу. Так, вопрос. Теперь. Я уже боюсь. Нужно... Они такие хитрожопые, эти компы. Чтоб вы сдохли, компы. Вы же хитрожопые. Кстати, сохранялки для каждой версии игры свои, поэтому... Как вы видите, у меня тут такие проблемы. Вопрос, куда он сбежал? Это зараза. Тут был комп.
Я ведь прав? А, вот он. Но так я его не перекрою ему путь. Он может оббежать меня, хотя на следующий ход мы его все равно прихлопнем. Так, тут значит это, тут нужно позаботиться о том, чтобы войск было достаточно. 4 этих. Тут, короче, зеленый бесится. Ну, хотя бы войск у него не будет. Даже если он попытается тут захватить. Он может попытаться, вполне себе. Так, ты, значит, ты сюда бежишь... И дальше сюда. Пойдемте, короче, захватывать у него на родине. Раз он у меня пытается захватывать на родине. Прямо на моей территории. О, напал. Отлично. Не придется тебя ловить, парень. О, да. Так, иди сюда. Ты типа... Минус циклоп. Короче, не поддаемся на провокацию, просто делаем водных элементалей. И они уже разберутся с этими подлыми чуваками. 8 уровня. Это 7 уровня. Но у той еще есть разведка. Ох, как красиво. Видите, как получилось красиво очень. Так. А ты эту добей. На. Одного огра, в принципе, имеет смысл удержать в армии. Есть, добили одну армию противника. Берем. Что мы берем? Берем мы второго круга магию смерти, потому что у нас будут призывы существ смерти гораздо мощнее, чем существ жизни, если мы будем учить магию смерти и магию природы. Тем более, что герой такой, что он, ну, у него куча магии, настолько много магии, что до конца кампании у нас не будет потребности изучать, например, призывание какого-то уровня. То есть это довольно-таки круто. Так, ну, скрытность мы изучаем, потому что нам нужно, по сути-то, некоторые вещи будет в будущем изучить. Ты, чувак, нападаешь, да? Да, ну здесь у нас, конечно, не очень хороши наши дела. Ты давай вот сюда становись. А ну-ка. Вот этих вот давайте всех мочить. Если мы отдадим себя, то отдадим задорого. Нужно себя отдать подороже. Долбаные берсерки, если бы не они... Было бы намного лучше. Так, нужно еще этого варвара убить обязательно. И тогда они не смогут захватить мой замок ни в каких случаях. Поэтому давайте по нему стрелять. Так, ты стой давай. Кто это? Гарпии. Ну, гарпии вот этих чуваков убивают. Есть, закрылись ворота, отлично просто.
Так, вы стойте. Вы, значит, убивайте кого-нибудь. Так, нет. А можно как-то вот так вот обоих задеть? А, нельзя, зараза. В общем, убиваем варвара. И побыстрее. Будем пользоваться этой возможностью. Что, типа, мы будем в безопасности, если его убьем. Есть, убили. Теперь, как бы, плевать, что будет. По идее, не должны захватить наш город. Потому что у них тупо нету героев живых, чтобы его захватить. А мы-то можем трупиками захватывать города. Так. Еще и выиграем. Глядите, как получается круто. Да, выиграем. С циклопами с удовольствием выиграем. Так, вы закончили стрелять, а у вас еще выстрелы есть. Следовательно, вы хороши. Так. Еще минус 3. Стреляй давай. Вот вы посмотрите, насколько это героично. Героическая осада, где мы путем больших потерь поднимаем уровень герою. О боже мой. У нас тут будет куча высокоуровневых героев. Ну, давайте лидерство в первую очередь, чтобы первыми ходить там. Дальше тактика. Хотя атака тоже пригодится. Ратное дело. Ну, он будет здесь в замке стоять, поэтому ратное дело ему не особо нужно. Так, защита, атака, все это важно. Ух, сколько у него тут артефактов. Молодец, чувак. Ой, а вот это вот мы вряд ли здесь выдержим. Да, здесь еще и героя нет. В общем-то, все здесь у нас плохо. Придется потом приходить и забирать свое, как говорится. Так, вы вниз. Давайте тогда сосредоточимся на нанесении максимального урона. Так вроде ж у них безответная атака. Стоп. А, это вы два кентавра. Два кента. Ну, здесь без шансов, по сути-то, было с самого начала. Давайте эльфов. Нет, эльфов не убили даже. Ужас какой. Так, берсерки, удивительно, как они не выбежали. Убей эльфа, да. Мы убили эльфа, о боже мой. Это же так круто. Так, обкастываем сами себя. Ну, больше эльфов не будем убивать. И теперь нужно волков. Мочи волков, я сказал. Больше урона волкам. Ну все, как бы. Тут у нас не было шансов, к сожалению. Но зато наша основная армия становится все сильнее и сильнее. Появляются новые герои. Прокачиваются старые. Кроме того, если все войска отсюда уйдут, то мы захватим еще и этот город. Видите, он сразу вышел из этого города. Вот мудак. Извините за матюк. Но это так и есть. Сейчас мы здесь ему будем захватывать. Ибо нехрен лазить в наших-то широтах. Так, значит, пики гарпий. Заказываем гарпий.
Тем более, что у нас денег, смотрите, на этой карте денег больше, чем юнитов, которых можно нанять. Значительно, причем больше. Так, троечку. Могу я здесь что-то еще построить? Да нифига не могу построить. Загоны самое обидное, что нельзя построить. Это же самая ценная хрень. О, вот здесь, короче, круто вообще. А, не могу пройти. Воин природы 11 уровня. Ну ладно, убегаем, значит, сюда куда-нибудь. И вот оббегаем. А ты... Ты здесь сиди. Я потом приду и тебя отымею в попочку. Когда наш герой, пусть даже невидимый, рядом с его, собственно, местом жительства, то мы получаем бонус. Уровень атаки. Нет, уровень атаки вот этой девке надо повышать. Потому что это она у нас великая атакующая. Так, тут у нас нанимаем еще войск. Да, с войсками, конечно, проблемы. Ну что ж, можем ли мы еще кого-то нанять? Орда, орда нафиг, хотя... Орда можно было бы иметь. Но лучше, конечно же, вора. Без вора и жизнь плоха. Так, ну, давайте. Раз. Кстати, вот этого нужно... Вот эту штуку отдать другой девке. Вот так лучше будет. И набираем войска. Набираем в наши войска новых юнитов. Ура! Ура, товарищи! Одного огра даже взяли. Ну, не знаю. Вот этих вот бутыльков давайте наберем. Все равно денег много. А тот пусть там остается, мужик. И мы пойдем теперь вот сюда, собственно, в эту сторону. Замечательно, как тут. Ха, сейчас посмотрим. Впереди циклопы, берегись. Офигеть. Следопыт второго ранга пригодится. Ну, ты все еще здесь. Молодец. Самое прикольное, что у него же есть свои войска. И, следовательно, он не может все войска нанять, которые мог бы в этом городе. Ну, он, в принципе, выбрал довольно прикольные войска, но кентавров он не может нанимать. Что довольно-таки прикольно для нас. Угу, тут еще красный бегает. Ну пусть бегает себе. А мы отсюда не будем далеко отбегать. Вот сюда нужно, правда, еще сбегать. Но я не буду. Я не буду, потому что нужно следить за этим чуваком, чтобы он никуда не сбежал. Иначе потом его хрен догонишь вообще. Стоп. А, этот город уже захватили наши противники красные, да? Так, а сейчас мы здесь будем кастовать всякие следопытки, прогулки.
Почему он бежит на то же расстояние дебильное? Вот как это объяснить? Недалеко вообще бежит. Слишком недалеко. Жаль, что нельзя массово нанимать всех юнитов из вот этих вот вещей. Так, но сейчас здесь нет берсерков. Как, они что, не накопились разве? Вот, видите, здесь уже что-то накапливается. Это мне нравится. Этот герой тем более вкачанный. А, кстати, у него здесь много лишнего. Ну, существа 4 уровня здесь вряд ли появятся. Вот огненный шар, капец, будет кастовать. В общем, герой здесь красавчик. Так, вы, значит, сюда. Следопыт. Нам еще, знаете, что нужно с магией смерти изучить кое-какую шнягу. Забыл, как она называется. Демонологию, да. А сейчас мы пойдем у зеленого отхватывать замок. Ой. Ну, хотя какая разница, тот отхватывать или этот? Ну нет, я лучше этот пойду отхватывать. Все-таки он поближе ко мне. Угу, циклопы, значит. Похитим артефакты и самих циклопов. Блин, только сейчас нас, нашего вора телепортируют в наш город. Это будет плохо. Ты, значит, беги сюда. И потом беги сюда. Да, я как и сказал. Капец, у них уже здесь циклопы есть. Ужас какой. Ну, ладно. Выбора нет. Нужно... И бутылочку. Бутылочка, она гарантированно дает чуть дальше пройти. Но не совсем далеко. Ты, значит, сюда бежишь, а ты назад. Потому что у него более прокачано вот это вот. То есть он бегуном может быть более... опытным, скажем так. Так, и на этом мы, пожалуй, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.